Уф, короче, значит, произошло то, что значит, прошел я задание, но высадка на 12. Значит, в предыдущем видео было с другого момента мы начали, точнее, в этом, с этого момента начали, в том заканчивали на другом моменте. Получилось это совершенно случайно. Это башка там торчит или чего? Вот обидно, конечно, получилось, что немного не с того момента я начал. Ну ладно, ну, бывает. Все-таки бывает, я хочу сказать. Так, а что, надо замочить его, нет? Да ёб! Я хотел... Да ёб! Блях ты мух, подождите, F-ку зажми. Я просто Эмми хотел выбрать, не получалось никак. Классная пушка. Вообще мне нравится так вот мочить их. Сколько же всякого оружия, а? Ого. Давайте-ка. А, нет там патрона, так что давайте вот так вот сделаем. И вот так. Офигенно быстрая еще перезарядка. Прицеливается долго, правда. Мы почти на мостике. Чуть не пальнул. Вверх по лестнице. 99 патрон. Ну, это в обойме, а всего там плюс 44 еще. Эх, сюда, да? Света нет. Включаем ночное видение. Не ими, подожди, вот сенсор. Надеюсь, видно будет. И давайте-ка смарт вот туда. Больше нет, да? Ну тогда все, просто месим их тут с пулемета. Все, да? Нет, еще не все, еще он там кто-то есть. Вот он, первый. А, почему-то он не простреливается, непонятно по какой причине. Мощный какой-то он. Ой, извини, случайно прострелил. Так, и давай вот этого бомбить. Ну все нормально. А, перезаряжать уже нечего. Какой сухогруз? Навелся еще. Держи сухогруз на прицеле, Митчелл. Ой, я провалил, что ли, задание получается? А, бомбить надо. Все, я понял.
Или бомбить его надо, немного непонятно. Будто уничтожено. Я переключаюсь на второе судно. Держи цель. Давай, жми ты ее. Третий давай. Отлично, Страж. Хорошая работа. Вас понял, адмирал. Проклятие. Че такое? Пути назад нет. Ну и что же дальше? Дальше? Эх. Айренс убил тысячи ни в чем не повинных американцев. Дальше? Мы его найдем и закопаем. Тебя у нас было очень много раз. Такой шанс у нас был очень много раз. А, значит, смотрите, мы набили. Так, это что такое? Число какое-то странное. Значит, нам еще немножечко, и мы получим уже целых 2 очка навыка. А пока жмем Enter. Теперь я понимаю, я-то думал прокачать все легко, так быстро, на самом деле нет. Просто мне, наверное, кажется, что игра такая с... Весь мир хочет получить ответ на один вопрос. Зачем я напал на Америку? Более 100 лет Соединенные Штаты держали весь мир в состоянии войны. Снова и снова мы наблюдали катастрофические последствия этой агрессии. Эти войны не принесли мира, они принесли только новые войны. США вели себя так, поскольку у них были самые крепкие в мире кулаки. Все, хватит. Это не начало войны, это конец всех войн. Вот так-то. Значит... После Сан-Франциско весь свободный мир обратился против Атласа. Айронс окопался в своей штаб-квартире в Нью-Багдаде. Все контакты прекратились. Обе стороны знали, что теперь будет. Мы должны были прилететь вместе с 37-м десантным полком в самом начале, на стадии шок и трепет. Затем отделиться, проникнуть в командный центр Атласа и убрать Айронса. Для Кормака это было именно тем, к чему он шел. Он ждал этого дня 5 лет. Планы поменялись. Зайдете с северо-востока. Будете прикрывать наших, когда они начнут атаковать цель. Есть цель. Мне даете что попроще? Простых вариантов тут нет. Не хочу выкладывать все карты на стол. У нас только один шанс достать этого ублюдка. Это все, что нужно. Я знаю. Просто выживи. Ты еще блеснешь на суде в Гааге, когда мы его туда притащим. Жидов не дождусь. Ладно, удачи. Больше говорить было не о чем. Мы знали, что надо делать. Это было началом конца для одного из нас. Да, так вот, значит, игра, наверное, будет, ну, слегка миниатюрной, потому что, ну, либо я просто, может, быстро прошел, или я до сих пор еще не прошел. Так, полный газ у нас, новое, видимо, задание, новая глава, вот. И, то есть, например... Страж 2-1 подходит к БТР. Ромео Виктор 0, высота 5000 футов. Вас понял. Отсюда до Нью-Багдада идите на Бреющем. Кингпен, конец связи. Страж в воздухе. Подлетаю. Ты, блин, мне картинку показывай, а? А? Так вот. Вы можете... Управление полетом, меню настроек. Значит... В общем, я там прокачивать особо не читал. Берите 3 врага. До 12 единиц. О, круто, мне это нравится. Бам-бам, круто. Блях, ты муха. Ой,
уебим. Да вверх, 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 куда вниз-то? Но не понял сначала, что нажимать. Да стой, я забыл, куда там нажимать, чтобы вверх подняться. Подожди, черт. Факин, мазафакин. Забыл, вверх, вниз, пробел ускорится, контрол замедлится. Все, разобрался. Все просто и понятно. И понятно. Вверх. Ё-моё. Блин, куда лететь, ёптвою. Вверх. Пробил ускорение по... А, пулемет, типа. И бомбим вон тот город, или чё там, не вижу. Ядерную бомбу давай. Так, ладно. Почему здесь именно тормоза начинаются? Наша главная цель — КП Атласа. Айрон спрячется там и ведет свою войну оттуда. Вокруг города стоит несколько ракетных турелей, это их ПВО. Если мы хотим добраться до КП, придется их вынести. Дистанция до цели 200 метров. Отключите экраны, приготовьтесь к посадке. Да. Ай, блин. Так. Что можно сказать? Что управление... Держитесь крепче. Жесткое приземление. Тормозные двигатели. Это называется невидимка, да, режим? Или чё? Бабах. Привет, чувак.